полевая кухня у нас. Сегодня 23 февраля, день Красной Армии. И вот мы снимаем. Там вот выставка боевой техники, сейчас мы туда пойдем. Здесь можно подать заявку, службу по контракту. Как-то она кривовато. Выставка боевой техники, это комплект С-400. Сейчас я пойду ближе к описанию. Вот такая мощь С-400, противоракетный комплекс. Там еще какие-то. Там дальше ЗРК-панцирь. Пойдем панцирь к этому. Походная пусковая установка. БРК Бастион. В принципе, характеристики. Слушай, папа, одна пушка на корабле. Сколько? Да? Бастион. В этом ходе. Такой дух, зеленый вездеход на гусеном ходу. Такая машина, туда можно залазить. О, какая жесть. А скажешь, что она еще сейчас пойдет? Мы не будем продукты. Не смешно. Оружие? Да? Оружие. Ну что, Ваня? Внутри БТР. Где у нас пожарники здесь? Пожарные техники. Пожарный инвентарь. Можно залезть внутрь. Еще всякий инвентарь для тушения пожаров. Вот что находится в машине. Спецназ ФСИН ФНС Айсберг. Такая вот машинка. Не, водопровод. Вот так поступить учиться. Правоохранителями. Синовская машина. Сегодня залезть можно даже в полицейскую машину. Пожалуйста, делайте, как сидит. Это внутри полицейской машины. Не, может, это так. Ну, ему что-то захотелось попасть именно в полицейскую будет. Мы опять. Мы опять комплекс А4. Мы пойдем вокруг его. Вот такая мышь. В принципе, уже снимала, но. Во! Во, как красиво! С этой стороны очень красиво смотрится. Видно вот все. Вот. Такие ракеты.
вместе снегоход такой. На него можно залезть. Так я думаю. Через какая здесь скорость? Максимальная скорость 80 км в час. Вот и везде кто-то внизки. А, М1. Качество позволит, чтобы было видно. Так, что-то мне отсвечивает, там все нормально. Все хорошо. И на искателе. Разного рода на искателе. Бабая машина. Какой танк? Здесь! Так, это БТР. 880. Вот отлично. А кем, кому интересно, можно заполнить, почитать. Вон. Там можно, там дети лазят, всем разрешили сегодня. Давай с другой. Лазить по машинам. Все нам все рассказали. БТР 82АМ. Технические характеристики. ТАСУ, авиадесантный самоходный артиллерийский автомат. О, вот так она выглядит. Этого танка советские походные артиллерийские снаряды. Был первые технические характеристики. Вот легендарная Т-34. Можно лазить на этом танке. Это чонка повозка такая с пулеметом. И красноармейцы пристрелился. Не хотите там лазить? Выходим. Пули не отмахнули. Как красиво. Что-то. О, шарики пустили. Ну что ж, праздник у вас второй шарик. Всего вам самого доброго. Берегите себя, будьте счастливы. Увидимся. Вот и праздник закончился. Не люблю такую традицию шарики пускать. Кому не выпадают деньги в море. И просто засоряют. Такая красота здесь у нас. Трон. Если где-то мороженое.